а доля зайвих не дає. Всі люди нам для чогось дані. Хтось все життя з тобою в такт пройде, а інші лиш до повороту. Є й ті, що зроблять лиш ковток у чайній паузі з тобою, дадуть безцінний досвід до урок і відчалять від твого прибою. Є й ті, що залишають слід зі шрамами в душі страшними, і тільки віри лиш прихід дає життю найбільші сили. Для всього час відведений давно, хоч як ти долі не цурався, зустрінеш знову ти того, на кого і не сподівався. Вітаю вас, люба церква. Поділюся віршем, який називається «Бути вище». Автор Наталія Мартинюк. Бути вище болю, вище мук, бути вище всіх образ на світі, не міняти совість на лахміття, у журбі не опускати рук, бути вище осудів людських, бути вище над усі прокляття, роздирати ненависть на шмаття і не говорити слів гірких, бути вище злості і брехні, бути вище зради, вище люті, не будити в пам'яті забуте, гордості, щораз казати ні. Бути вище заздрощів низьких, бути вище правил непристойних і життя проводити достойно, досягати перемог святих. Бути вище наклепів усіх, бути вище чорного болота, розправляти крила для польоту, інших не судити за їх гріх. Бути вище помсти і спокус, і хитких гріховних п'єдесталів, а до зла носити серце з сталі, сіяти любов, лиш жив Ісус. Бути вище, Боже, поможи, я жива, спроможна ще любити, хочу за гірке добром платити. Ти від нелюбові бережи. Господи, ступаю я по склу, і від світу рани я ховаю, а тобі безсилля відкриваю, не даю десь просочитись злу. Ти на висоті мене тримай, щоб не нарікала я на долю, а була сильнішою від болю. Тільки сили трішечки додай. Лиш для тебе кожен серця стук, віра у пітьмі зорею світить. Буду вище всіх образ на світі. Буду вище злості, вище мук. Добрий вечір, дорогі браті і сестри! Я сегодня тоже хочу поблагодарить моего Господа за все, что Он делает в моей жизни, и в жизни моих детей, внуков, в жизни сестер из домашней группы. Совместные молитвы дают чудесные результаты. Это молитва об исцелении, молитва о материальных благословениях, молитва о моем зяте Роме, который чудом просто остался жив, побывав на передовой, на фронте, под проливным огнем дождя. И только некоторые из 100 человек остались живы. Спасибо тебе, Господь. И я благодарна тебе за талант писать стихи. Слава, Господь, только тебе. И стих называется «Две сестры». В небольшом селении Вифания жили две сестры и Лазарь, брат. Марфа и Мария были в ожидании, снова жаждали друзей своих встречать. Дружба их была такой особенной. Иисус из мертвых брата воскресил. И вот они пришли, усталые, голодные. Марфа встречает их и не жалеет своих сил. Ведь все должно быть на высоком уровне. И ноги пыльные мыть водою чистою. И спальня, что была для них уютнее, особенно еда,
приятной и изысканной. Все сделала, а радости не чувствует. Раздражена и хочет сожалеть себя. И уважение уже к учителю отсутствует. На полусловие Иисуса прервала. Перед гостями на сестру наехала. Учителя втянула в порицание. В его ответе женщина заметила, что упустила очень-очень важное. Во взгляде прочитала вразумление, заботу и безмерную любовь, а также предостережение. Ему не очень важна пища или кровь. Простой еды для всех было достаточно. Прежде всего, Иисус пришел служить. Это неплохо быть такой старательной, но как без слова Его дальше жить? Мария же сидит у ног Христа и жадно слово принимает от Него и понимает, для чего ей жизнь дана, чтобы любить и познавать Его. Внезапно получает откровение, что Иисус пришел последний раз и достает с кармана мира драгоценное, на его ноги выливает в этот час. И волосами отирает его ноги, и разговоры смолкли, все удивлены. Только Иуда на Марию смотрит волком. 300 динариев мимо него прошли. В любви служение Марии происходит. Все мысли лишь о Господе ее. И мнение других не важно, не заботит. Она не замечает больше никого. Иисус мотивы сердца ее знает и видит благодарность и любовь, от осуждения снова защищает, взамен дает надежду и покой. Благоухание мира проникает к нам, у ног Иисуса тайны открываются. У каждого из нас есть дорогой бальзам, любовью к Господу он называется. Как две сестры, мы все такие разные, но для Создателя так сильно дороги, второстепенные оставьте и неважные, и наслаждайтесь все в Его любви. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Господи! Будь прославлен!